Проявлена как спортивный директор команды. Кстати, неплохо играет. Как на бровочке, как раньше. А что же это такое? Вымать, не то. Сергей Николаевич. Давай! Желтую майку надо одевать. Ты как, помнишь, что начинал? Давай, бабушка. А ты чего хочешь? Представляешь? Мне, кстати, есть чем. Один, один, спокойно. Дима, право! Захар, забивай! Саш, открывайся. Левее, левее! Лево! Что не без игроков? Короче, пойду туда, где он. А где он? Ворота. А тут? Готовь серебром. Право, все! Блин, красивый гол, жалко, не попал в кадр. Что-то он бьет, что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, какой-нибудь интересный. Ой-ой-ой-ой-ой. Как пас плакал. Ой-ой-ой. Вот сейчас будет гол. Ой-ой-ой. Поймал ты его? Да. Ну я поймал только, как он головой бьет. Иди сюда, блядь. Ну, нападите на него. О, молодец. Чикличка, чуть-чуть опусти этот ёбаный аппарат. Я не мешаю? Мешаю. Нравится. Мы выбирали, что нам нравится, что нам нет. Вот он, один на один выходит. Ой-ой-ой, видишь, все время, ой-ой-ой. Ушло, блядь, такая позиция была. Ух ты! Ой, блядь, что он хотел сделать? Я подумал, дальше под... Терпеть не люблю этот контрастный освещение.
сам пошел. Киржаков ты! Три-два. Не, один. Да два гола забили. Да два. Да у меня тут все... По-моему, один, да. Саш, какой счет? 4-2? 4-2. А когда же второй-то забили? А что забил второй? Смотри, 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 см
Сука! Ну ты их в ЖЖ в любом случае, да, это выбрасываешь? Ну я стараюсь. По мере возможности. Ну ты, наверное, выйдешь. Ой, здорово. Леха, пойдешь? Нет, ты дорогие, стой, стой, что так не уходишь? У тебя есть какие-нибудь знакомые, прям нормальные? Я самой нужен, но я думаю, короче, я видел в этом. Политехи тут есть. А если диаматор нельзя дорогаться? Что вы делаете? Алло! Thank you.
атмосфера, прекрасные ребята волгоградцы. Вот. И мы постарались сегодня, как бы, и хозяева немножко доставили праздник, деньги, да, день рождения, с днем рождения команды Волгограда поздравляем. Ну и сами приехали. Мы вот не часто куда-то выезжаем, два раза были в Одессе, вот в Волгоград первый раз приехали. Ну, будем стараться и дальше развивать наши... Город успели посмотреть? Да, немножко, да, немножко успели посмотреть. Есть уже? Да, конечно, очень много, скажем так, мест боевой славы. Все-таки это действительно город-герой. Это действительно город, который сыграл большую роль в великой победе, в Великой Отечественной войне над фашизмом. Поэтому мы счастливы, что тоже представили город-герой Тулы. Вот сегодня мы в городе-герое Волгограде. Хочется еще посмотреть, конечно, сходим на Мамаев курган, конечно. Мы будем знакомиться, конечно, с городом. Спасибо, надеюсь, до встречи в Туле. Большое спасибо журналистам двух этих великих городов России за то, что вы пропагандируете спорт, делаете футбол одним из лучших видов спорта России. И с удовольствием сегодня можно сказать в своем родном доме наш министр спорта, футболист, большой человек в нашем большом любимом виде спорта, как и под именем футбол, Сергей Николаевич Попков, ему слова. Что в тяжелые периоды карьеры, когда контракт один закончится, другого нет, они меня подбирали, даже возили на турнир куда-то, так что я, может быть, я с вами там где-то встречался. То есть родные, можно сказать. Про журналистов всякое говорят, и говорят журналюги вот такие-сякие, ну всякие бывают. Но я знаю очень много профессиональных, хороших ребят, которые я могу сказать, что друзья находятся, и рад, что у нас такие, и рад, что такая дружба, и футбольная команда, и сегодня не просто день, а день рождения такой футбольной команды журналистов. Поэтому считаю большой честью, что принимать в этом празднике, даже еще вот и на поле, говорят, может быть, выпустят. Если захотят. Ребята, я вас поздравляю с тем, что приезжайте к нам в гости. Мне хочется вам подарок вот такой подарить. Играйте в футбол, капитан, да? Давайте. Чуть-чуть он поставит, а потом применяйте его. А еще два слова хотел сказать. То, что сейчас возрождение идет, я бы назвал эпоха возрождения. У нас волгоградский ротор поднимается, я знаю, Арсенал Тула поднимается. Вот. А эпоха возрождения, она не бывает без там Леонардо да Винчи, Микеланджело. Кто-нибудь красивый, чтобы об этом писал и говорил. Поэтому без вас возрождение футбола в наших регионах невозможно. Спасибо вам, рад приветствовать. Счастья, здоровья. Дорогие ребята, отрадно! Калининград Тула! Этот турнир, который войдет в историю славного города-героя Волгоград. И у нас сегодня в гостях Александр Давыдович Доброшин, сын великого полководца, который награжден 5 орденами Красной Звезды. Человек, который прошел от Сталинграда до Берлина. Это его отец. А сегодня сын перед вами. Вообще-то мне самое главное, хочется вас всех объять, и вы всегда считаете, что это так, потому что я журналист, и вы журналисты. А и то, что вы сегодня покажете еще класс игры, это мне просто радостно, как для родных людей. А, действительно символично, что сегодня матч состоится накануне, во-первых, День города нашего героя. А наши города, можно сказать, братья, потому что они оба героя. И первыми, одними из первых стали городами-героями. Вот символично и то, что ваш матч проходит накануне 70-летия Сталинградской битвы, где произошел коренной перелом, где все люди мира вздохнули спокойно, хотя бы только лишь потому, что надеялись, что все-таки одолеем этого злого врага. Ну и мне очень радостно, что наша волгоградская команда, по-моему, Олег, 13-й год, это своеобразный подвиг. Не так просто все это сделать, не так просто, я понимаю, организовать даже такие мини-матчи. Они молодцы. И я уверен, что и вы в одной связке. Я вам желаю огромнейших, больших удач. Я надеюсь, что наш министр спорта и туризма поддержит
в нашей перспективе, а мы, команда журналистская Волгограда, выступила совместно с Союзом журналистов России в проведении турнира, мини-турнира городов-героев России, стран СНГ и Балтии. Замахнулись на большое, но не страшен, не так страшен черт, как его малюют. Вручает благодарственное письмо министру спорта и туризма Волгоградской области Сергею Николаевичу Обкову. Да, начнем с министра. И постараемся, что он понял бы нас, а он человек умный, красивый, я думаю, поймет. Значит, министру спорта и туризма Волгоградской области Попкову Сергею Николаевичу. Уважаемый Сергей Николаевич, Волгоградская областная организация «Союз журналистов России» выражает вам благодарность за помощь и поддержку инициативы сборной по футболу журналистам города-героя Волграда и друзей, коллег по городу Оружейников города-героя Тулы в проведении финального товарищеского матча по футболу на Кубок Сталинград-Тула в честь дня рождения Волградской сборной и дня рождения города-героя. Председатель Волгоградской областной организации «Союз журналистов России» Куканов, 8 сентября 2012 года, стадион «Зенит», город Волгоград. Спасибо. Спасибо. Очень приятно видеть наших друзей, коллег, вот, которые проделали непростой путь, сам знаю, потому что буквально 3 месяца назад мы сами побывали в Туле и знаем, что это такое. Вот. Сегодня они окунутся в ту же атмосферу, в которую мы окунулись 3 месяца назад. Да, я надеюсь, окунемся. И в Волге тоже. Вот, в любом случае, хотел бы один момент уточнить и как бы устранить несправедливость, которая случилась 2 июня, так как в рамках одного турнира мы провели, умудрились провести сразу 2 турнира, а так как кубок был один, вот, и вы его по-хозяйски просто нам его вручили, вот, мы решили сделать лаверды и вручить вам сегодня кубок, достойно выигранный вами в том турнире. Сейчас, секундочку. Ну, Александр, подойди, оцени. В принципе, здесь все написано. Кубок Тула-Сталинград, город-герой Тула, 2 июня 2012 года. Что, я не понял, что не играю? Нормально. Володь, мы хотели от лица команды тебя поздравить. Сейчас, секундочку, походи. Наливай. Знаешь, Володь, ты сюда лицо поворачивайся. Всегда в хорошей форме. А он стремится. Это два, молодец. Не отворачивайся, не отворачивайся. Давай ему. Так, раритет. Впервые награждается такой майкой член нашей команды. Здесь вся твоя команда. Будешь носить ее, не забывай. О! Прямо сейчас один. Володь, от нашей команды. Спасибо. Проверим, как реально. Можно резать и пустить. Не, не, не. Есть тарелки тоже, поэтому... Чё, футбол?